Привіт усім! Ви дивитесь програму «Міркувалки». Программу, в которой самые сообразительные дети отвечают на самые разные темы. Ну що, Даша, я думаю, час повідомити глядачам тему сьогоднішньої програми. Я думаю, так уже все понятно. Ми будемо розсуждати о піратах. Взагалі, зараз і так по телебаченню занадто часто говорять про піратів. Та судячи з усього, вони вже не такі, як раніше. В смысле? Не такие кровожадные, как раньше? Или не такие милые, как тебе казалось? Та ні. Про те, що вони займаються негідною справою, я знаю. І все одно, де ж клюка замість руки, де пов'язка на оці. Напевне, сучасні пірати вже не такі справжні. Настоящие морские разбойники, что тут еще сказать? Захватывают в плен людей, грабят. Ужас какой-то. Давай, перш ніж робити висновки, послухаємо думку наших учасників. З удовольствием послушаю. Никому ничего не дают, и они воры. Когда они или ножку вымазать идут, ножку себе помоют, и их акула укусит, и у них ножки нема. Я кино смотрел. Я в них вообще не верю, и они очень верят, что они давно существовали. Они затопили наш корабль, но люди еще спаслись. А пираты есть? Есть. Показывали, что они живут в Америке, в США, что они грабят людей и забирают пищу. Уже много стран уже погубили. И уже они почти нашли сокровища много. Не, пираты слабые. Я не верю, что пираты существуют, потому что я никогда их не видела и не знаю. Забирают девушек, деньги. Пираты по морю плавают, их грабят и сокровища здесь находят. Она залита на острове. И когда-то уже туда летали. А потом они одеваются, они в полосочку. Я хотела бы вместе с ними, с добрыми пиратами, поехать на море, посмотреть, что вокруг, какие корабли, какие с ними приключения, потому что я много кино видела и хочу тоже так попутешествовать. Сколько довольных фильмов снято про пиратов, про их цікаве життя? Ты имеешь в виду Джека Воробья? Он настоящий джентльмен, и корабль у него красивый. Эх, багато ви, дівчатка, у цьому розумієте. Зараз я тобі розкажу, які кораблі пірати цінували більш за все. Просвітіть нас, неучень, уважаємий містер Роберт Воробей. Бригантина, фрегат, каравела, лінкор, джонка, ось які. І майже всі вони були швидкісними і добре озброєними. А ще вони чомусь вважали, якщо жінка на судні, бути біді. Да? Ти, мабуть, просто не в курсі, що багато жінок були піратками. І в смілості вони їм не уступали. Навіть якщо таке й було, то це просто неймовірно. Жінки – піратки. Предлагаю послушать мнение других детей. Сподіваюся, дівчаток і хлопців по справедливості. Женщины не берут с пиратов, потому что они женственные, они нежные. Они не могут бороться там с мужчинами. И вообще-то, представьте, вот выбегают такие в костюмах пираты женщины и бьются с мужчинами. Это же будет вообще переполох. Очень редко бывало, что женщины были пиратами. И ее не берут, потому что там фильм только с мужчинами. И это пираты, и это человечки ими. Ну, мальчачки. Потому что девочки не умеют управлять ножиком, с пистолетами управляться. Нет, а мне их почему-то даже жалко. Чему це? Они ж такие решучие, відважні.
питались отвратительно, их соседи были крысы. А могли б себе найти приличную работу, приносить людям добро? Добра вони і так залишили достатньо. Що ти маєш в виду, Роберт? А те, що по всьому світу піратських скарбів не полічити скільки. У мене навіть карта відповідна є. От тільки як дістатися цих місць, відмішаних хрестиками. А я слышала, что существует целый остров сокровищ. Вот бы туда попасть, хотя бы одним глазком посмотреть. Там, напевно, уже давно все разобрали. Цікаво, а як с приводу скорбів міркують наши учасники? Заховаю в гараж, а у меня там нет закрыва. У меня просто вот так... Там, где игрушки, там я прячу сокровища. На любом острове, под водой, там, в таинственном месте, в пещере. Куда-то там, где мама не найдет. И мой брат старший, ему уже 14. Взяла из него немножко денег и поехала. Купила бабушке лекарства, там, поехала куда-то в другую страну, купила себе машину там и все, что мне надо. А же скопал шахту. Потом зашел в какое-то место, которое бы никто не нашел. Заложил, откопал яму там косой, альпинистским топором и туда сокровища и заложил камнями. На этом наше путешествие в страну пиратов подошло к концу. Дорослі, не забувайте, що найцінніші ваші скарби – це ми, ваші діти. А ще не забувайте смотреть нашу програму, впереді так много інтересного. З вами були Роберт Добсон і Даша Волкова.